Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки. И я опять забыл полить столетник твой. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной суматохе дней все выглядит иначе. Когда невольно поживешь один, я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Казалось бы, ну что скучать, считается полезной недельку друг от друга отдохнуть. А я все пробую начать жить логикой железной, но в логику любовь никак не запихнуть. И наш обыденный уклад, сложившийся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем не так и не затем. Я скучаю. Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе, что ж тут поделать. Я скучаю по тебе. Я скучаю по тебе. Спасибо. Сергей, Елизавета Трофимова. Фантастическая песня совершенно. Сколько слушаю, столько плачу. Как плакса, ей-богу. Господа судьи, Оля, начнем с вас. Прошу, Ольга Дроздова. У меня комок в горле, потому что я... Только сейчас по-настоящему поняла, сколько смыслов в этой песне. Сейчас я вдруг поняла, что песня эта, оказывается, я об моем отце, Царство ему небесное. И я еле сдержалась, чтобы не расплакаться, потому что это ведь скучать же можно, да? Да, по-разному. Да. Простите за такую грустную нотку. Браво, пять! Да. Дмитрий, да. А, я как отец... Да. Ты знаешь, вообще на седьмом небе, потому что у нас в этой четверти случилось настоящее чудо. Вот эта вот красивая девушка, которая поет с утра до ночи, у нее по геометрии четверка. Я даже боюсь представить, как тебе пригодится на сцене геометрия. Дмитрий Анатольевич, прошу. Я уверен в том, что Сергей Трофимов один из немногих авторов на нашей, извините, эстраде, который пишет такие глубокие, цельные, я бы сказал, тоже полезные песни. И то, что мы сейчас увидели, это была не просто песня, это был разговор с нами о том, чего мы не можем забыть, о том, может быть, что мы потеряли. Лиза, браво! Я считаю, что вот...
Для этого нужно выходить на сцену, чтобы люди такие эмоции испытывали. Или так, или никак. 5 с 3 плюсами. Браво. Нет слов. Спасибо, спасибо большое. Большое. Валерия! У вас был действительно дуэт. Вот это ваши отношения, они очень ярко проявились в этой песне. Мы это почувствовали. Какая музыкальная, Лизочка, боже мой. Спасибо. Папа большой музыкант. Папа, что? По сравнению с Лизой, да, нет. Да, большой музыкант. Она круче. А Лизочка вокалистка, совершенно невероятная и действительно обладает какой-то феноменальной музыкальностью. Я желаю прям вот удачи, успехов. Ставлю, конечно же, 5. Что же еще? Спасибо большое. Спасибо большое. Перед тем, как мы дадим высказаться всем, у нас Жанна Бадоева. Жанна. Сейчас смахну слезу, потому что здесь, конечно, я сейчас хотела уже отпаивать маму. Она вся сидит и вся вот так вот нервничает, потому что, мама, ну что, все, можно выдохнуть, Настя. Ага. Ребята, вы молодцы, я вас люблю. Спасибо. Вы самые лучшие. Спасибо большое. Максим. Лиз, фантастический голос, потрясающее владение этим голосом и такая точность в нотах. И, конечно же, воспитание. Браво родителям. Настоящая леди. И мне очень приятно, что сегодняшний ваш дуэт украсил этот проект. Это было так трогательно, так пронзительно. И мне кажется, Сереж, тебе особенно было сегодня сложно петь эту песню. Ну, естественно. Потому что я не представляю, вот если бы я напротив своей Лизы стоял. Я-то ладно. Да. Это фантастически. Спасибо огромное за этот праздник для души. Спасибо. Спасибо вам большое. 5 баллов, конечно же. Спасибо. Вас ждет Жанна Бадоева. Иди ко мне. Так, ты ко мне? Ой, ты такая совсем не маленькая, я тебе хочу сказать. Ну ничего, ладно, я поддержу, ты же звезда. Лизуля, переживала? Расскажи мне. Я не переживала, потому что это не первое мое выступление. А было такое, когда ты поешь, а папа тебе говорит: Лиза, не так, ну что ты делаешь, что ты поешь? Ты не умеешь, что ли, взять эту ноту? Было? Если честно, скорее я так говорю. Серьезно? Так вот, в чем успех твоего папочки. Ну, она-то занимается вокалом, ходит. Боже, Лиза, вся надежда на тебя, я тебе хочу сказать. Хочу отдать вам Лизу, потому что такая тяжелая девочка, очень хорошая, но очень тяжелая. Я хочу, чтобы у тебя все в жизни получилось, и чтобы папа с мамой тобой гордились, но они и так гордятся, правильно? Ну, чтобы все у тебя было хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам, да. Ой, господи, дети! Да, добра.